Сегодня мы готовим пиццу. Для приготовления теста нам понадобится полстакана молока, 2 чайных ложки сухих дрожжей, 1 чайная ложка сахара, 1,5 чайной ложки соли, 1 кг муки, 1/4 стакана оливкового масла. Для приготовления соуса нам понадобится пучок петрушки, пучок укропа, 4 дольки чеснока, пол чайной ложки соли, 1 яйцо, 1 стакан растительного масла. Для приготовления начинки нам понадобится 1 луковица, 300 грамм копченой колбасы, 200 грамм сыра, пучок укропа, 1 банка маслин, 1 столовая ложка кетчупа, 1 чайная ложка приправы орегано, 1 чайная ложка приправы базилика. Готовим тесто. Разводим в теплом молоке дрожжи, добавляем в молоко сахар и ждем, когда дрожжи станут активными. Тем временем просеиваем муку. Добавляем соль. Яйцо. Оливковое масло. Молоко с дрожжами и замешиваем тесто. Убираем тесто в полиэтиленовый пакет и даем ему настояться. Для приготовления соуса очищаем чеснок, режем крупно укроп, петрушку. Добавляем соль. Одно яйцо. Все перемешиваем погружным блендером до кремообразной консистенции. Постепенно добавляем 1 стакан растительного масла до тех пор, пока масса не загустеет.
Соус готов. Готовим начинку. Нарезаем луковицу мелкими кубиками. Колбасу нарезаем мелкой соломкой. Укроп мелко режем. Маслины режем маленькими колечками. Сыр натираем на терке. Переворачиваем противень вверх дном. Посыпаем его мукой. Тесто раскатываем скалкой или растягиваем руками в тонкую лепешку. Лепешку перекладываем на противень. Намазываем лепешку соусом, смешанным со столовой ложкой кетчупа, 1 чайной ложкой приправы орегано и 1 чайной ложкой приправы базилика.
Посыпаем сверху луком. Колбасой. Маслинами. Укропом. Натертым сыром. Ставим выпекаться в духовку на 180 градусов на 15 минут. Духовку предварительно разогреть. Готовую пиццу режем порционными кусками. Приятного аппетита!